От данного гражданина исходит резкий запах спиртного. В вашем присутствии ему будет предложено пройти освидетельствование состояние алкогольного опьянения с помощью нашего прибора алкотестер просто. Вы согласны? Нет, не согласны. Тогда вам будет предложено пройти медицинское свидетельство состояния опьянения в городе Калининграде на улице Барнаульской. Вы согласны проехать в город Калининград? Нет. Спиртные напитки сегодня употребляли? В обед. В обед? А сколько? Ну, в районе банки пива. Банка пива. 5, 6, 7. Все. Угу. Вот только пиво было. Смотрите, вы. Идет анализ. Ну, это чистые чувства. Угу. 0,892. Угу. Много? Ну да, а превышает 0,16, да. А допустим, 0,16, да. Ну тут не одна бутылка пива, вам скажу.